Друзья мои, всем привет! С вами Енчева Светлана, и вы на моем канале «Переехать в Болгарию». Сегодня видео о срочных новостях, и будет еще одно очень интересное объявление. Те, кто хотят приехать в Болгарию по шенгенской визе, должны быть очень аккуратны по одной простой причине. Если у вас чистая шенгенская виза, то есть вы только что ее получили и никуда по ней не въезжали в страны шенгенской зоны, то вас, скорее всего, в Болгарию не пустят. Что это значит? Это значит, что сначала вы должны въехать в страну, которая выдала вам шенгенскую визу. Допустим, вам выдала шенгенскую визу Греция. То есть сначала вы должны заехать в Грецию. После этого вы можете въезжать в Болгарию. Или, к примеру, Италия выдала, значит, нужно въезжать в Италию. После этого уже в Болгарию. Значит, если у вас шенгенская виза уже как бы, ну, со штампами нескольких въездов в страны шенгенской зоны, то проблем обычно не бывает с этим. Поэтому, друзья, будьте внимательны, простраивайте свои маршруты. И еще объявление хочу сделать. Я уже говорила о том, что моя подруга продает фирму, которая уже раскручена под получение кредитов. Вот. К сожалению, те покупатели, которые с нами связались и хотели ее купить, они это дело не потянули. Поэтому фирма 11 числа, 11 мая, будет выставлена на новую продажу. Значит, стоимость снижена 1200 евро. Вот. Если, значит, есть желающие в течение дня 11 мая, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Мои контакты даны внизу под видео. Значит, если я 11 числа не получаю никаких предложений, значит, я ее 12 числа готовлю документы и просто закрываю. Вот. Ну, потому что чего ждать болтунов, которые сначала говорят, что мы все купим, потом говорят, что ой, что-то мы тут не хотим уже ничего покупать. Вот. Ну, все, друзья, давайте, пока.